видит, он видит. Тогда давай сохранись тогда. Чтобы что не ждать опять. А это да сломают. Ломай. Уничтожить. Все уничтожить. Разрушать. Поставьте мне боссу. О, тут орехи эти. Ягоды. Не ешь мои орехи. Так, вода ебаная. Чем ебаная? Обычная. Не, это не обычная. От этой пупа боль случается. Дизентерия и вся хуйня, и потом ты отъезжаешь. Лыхал про такую. О, блять, слышу. Ой, я поплыл. Они меня спалили. Не дадут поработать. Домой идите, блять. Вот этого, блять, со светлячка убить, бля. Ебать, чувак, я тут пиздец нашел, чё, блядь. Чё ты нашел? Пещера с канатом спускаться. Ну чё, вы чё, пойдем в пещеру? Ну чё, ну сходи. Чё. А потом расскажешь, чё. О, тут этот, блядь. Шаман-сатанист. Бежал, решаем. Раз. Ну чё, пойдёт. О, блядь. Пошёл-ка я в пещеру, чувак. Бля, стрёмно, ты не представляешь как. Ебать, тут темнота. Если ещё возвращайся, братан. Если там, типа, тебе не понравится, что ли. Бля, тут темнота, чувак, я нихуя не вижу. Прикинь, я нашел мертвого варана, чувак. Да? Ебать, тут глубина этой пещеры, я тебе доложусь. Вот, там какой-то огонь внизу, что-то. Там пиздюлики. Светло. Да я не сомневаюсь. А чё, варана только целиком жарить, что он в руке у меня всё? Не знаю, не. Ты на голову варана. Нет, целый. Ну да, походу. О, я спустился. Вот, тут еще ниже. Ебать, там нихуя не видно, там темнота, чувак, вообще жесть. Ты не представляешь, что-то как страшно. Да, обратно даже... ты можешь вернуться? Да, тут эта веревка, но она длиннющая, что пиздец. Тут еще какая-то веревка. А подсветить нельзя? Смотри, никак? Если там, короче, не так ты. Может, о, там найдешь фонарик или еще что. О, не-не-не, там кто-то лазит, я слышу. Ты под нас под стелс. Чтобы да... наверняка знать. Может, да, ты ум. Да-да-да, не, там непонятно вообще, что там. Значит, сысь, давай. Не, ну если жизни рискнуть и пойти, ну придется это самое загружаться. Бля, ты сохранился? Да. Ну уже время пришло, ты сколько. Да ладно, да, не будем. Надо вдвоем, чувак, это надо вдвоем по-любому. Если ты еще будешь загружаться, то действительно надо, блядь. Нет, тут просто пиздец, как страшно. Я тебе говорю, потом сейчас это, как закруглимся, залезем-то. Вот охуй-то. И чисто просто пробежимся. Сдохнем так, сдохнем. Ну ебать тут стрёмно, чувак, я тебе скажу. Ты просто не представляешь. Тут надо какой-нибудь факел, не знаю. Факел Дробаш. Есть вообще какие-нибудь? Да, есть. Палка плюс тряпка. Можно оружие нам. Я вылази. В общем, там страшно, что пиздец, я тебе скажу. Там так... Ой, блядь. Да там темнота, вообще нихуя не видно. Не спускайся, ты низу не видишь, прикинь. Ты что-то лезешь там, охуеваешь от этой всей хуйни. Штанишки описал. Да вообще, я не только описал, я и окакал. Дерьмище так и хлестало. По углам. Ну, сам спустись, ты охуеешь.
У меня вон по под стулом уже навалена куча. Да не так хватило, блин. Игре, блин. Из пещеры зайти. Да. Оно на видео не страшно. Ну, на видео, да. Ну, когда там спускайся, и ты понимаешь, что ты сейчас сдохнешь. От любой хуйни. Тогда, ну да, кстати, это большая сложность. Блядь. Так, тряпки мне давайте. Мне нужна палка для спуска в пещеру. Я хоть. А, я пойду к этому, сбегаю. Вот, вот эта птичка полетела. Как контейнеру этому ебаному. Что за контейнер? Ну там какой-то help было написано. А, давай построим дом, пойдем. Давай. Бля, куда ты полетела? Блять, мимо. Иди за мной, бери. Сейчас, а тут вот еще бревно увидел. А еще бревно. Заодно засейвимся тут. Надо еще две ходки. Тебе еще одну. Еще раз. Ой, бля, чувак, побежала, мразь. Сзади меня. Я слышу. Я слышал, но не видел ее. Слышишь? Чё, а, чё, чё ты акаешь? Люди спят. Ну. Иди сюда. Ах ты, мразь, прикинь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как тебе такое, а? Как тебе такое, нахуй? На шпиговую. Блять, сила улетела. Тихо-тихо, аккуратней. Да что, нормально тебе, блять? Я взял парочку своих стрел. Мразота, блять. Мразота, борзота. Так, ну чё, давай еще. Бери, тоже бегать. Давай еще одно деревце, все. Вали. Давай, сейчас я с двух сторон. И ладно. И куда она упадет? Да надо. Опа! Да надо, уважаемый. Так, а где еще? Та-та там. А три дали? Нет, а там еще дальше меня было. А, бревно приебал. Ну иди, еще есть кто. Блять, не в ту сторону спрыгнул. А, не, кстати, оно портируется как-то. Да, здесь правильно. Да, я туда он спрыгнул, вот с этой. А, все построилось, чувак. Может сохранить. Ебать, вот, короче, вот так получилось. Давай, иди сохранимся. Пока. Иду. Только дверь не открывается, блядь. Прям. Ай, не заходи внутрь, чувак, блядь. Ну ломай её нахуй топором. Сука, выпустите, блядь. Нахуй я её так вас... Бля, стоит третий трай, нахуй, проебался. Ну, сломай, реально, что ты. Ну зайди внутрь, чувак, зайди. Изнутри сломаем, зайди. Ну давай. А я не могу зайти. Блин. А ну... вообще зашел. Отойди, отойди. Все. Не, а тут чисто дверь. Можешь чисто дверь? Нет, блин. Сука, блядь, заебал это. Да два раза проебалось. А, подожди, да я сохранюсь, не ломай. Мы стал ломать. Ты когда выйдешь. Ебать, ну я успел сохраниться. Пиздим деревья, пиздим доски. Нихуя не осталось. Давай я еще раз туда построю. Так, ну мне нужна жратва. Да. Жратвы нету. Давай еще раз тут так же. Надо все-таки доделать. Ебать, ты проебал дерево. Да-да. Его можно подтянуть, кстати. Назад портается, блять, я хуй. Не-не, попытайся с ним плыть. О, а я достал. Нормально.
О, рыба, 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 отлично. Рыба, 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 кит. Опа! Мимо. Она под камень заплыла, мразь. Так, мне надо что-нибудь пожрать. Это факт. Это факт. Где орехи эти были? Ягоды. Ебать, это напаркурил, чувак. Куча кустов с ягодами и нету этих ягод. Тупые кусты. Где-то еще есть что. О, есть прудик, можно в пруду поймать рыбу, но ее тут нету. О, есть, вон, я вижу. Помогай мне, чего? Сейчас, подожди, мне его похавать надо. Хавайте. Похавал. Опа! Мимо. Есть. Рыбешку вспиздил. Олень! Олень! Ну это... Ебать, ему в голову засандалил. Он убегает. Нет. Пердак получил. Все готово. Минус олень, чувак. Три стрелы словил. Эх, шкурка вторая. Шкурка. А вот голова оленя. Кому голова оленя? Зарази ему это озеро. О, рыбу пускай жрут. Все нормально. Теперь у меня мясо и всего дохуище. Давай, что тебе помочь там? Там, кстати, иди там. Это, можешь шкурку положить. А ты уже сделал? Да, надо чуть-чуть доделать. Просто у меня палок нету, надо палочек, наверное, собирать. Собирай как. О, а тут еще у нас палочка и тряпочки подвезли. До добрые аборигены. Я где-то срубил, блин. Я вот несу какие-то. Так, вот так же, да? Прыгать. Да, там по краю. Где глубоко. Оп, повесил шкуры. Смотри, как давай, смотри, паркур, блядь. А ты можешь шкуры подобрать, чувак? Подожди. Ну, забирай. Попробуй сделать себе этот бурдюк. Бурдюк. Что ты надел? А. Как он делает? Оленя, да? Да, по-моему, шкура оленя, это там еще что-то такое. А я пока пожрать сварю себе. Ну, да, две. Ну, я две же повесил. А где вторая? Ну, ты взял. У меня одна. Да? Там я две вешал. О, дождь. У меня две ящерицы и одна шали. Странно. Смотри, видишь, нету. А, у меня может шкура ящерицы была, а не оленях там. Ты где шли? Забежал? Не, я вот оно, жрать готовлю. Бля, а чё? Не понял. Костер, что ли, потух? Может. Ха! Как кастрюля дюпнулась. Надо прицепить куда-нибудь. Бля, у меня варан есть. Хочешь варана? Готовил еду, покинь, кастрюля дюпнулась и все. Давай варана. У меня оленинка. Оленинка. Ебать, ты его взял, прикольно. Подожди. А я могу взять его, кстати. Бери. Сейчас, подожди, да я этот фоткаю. Да стой. Я скриншот сделаю. Ой, не та кнопка. Все. На нахуй. Подожди. Забрал. Прикольно. На варан еще, короче. Он не тухлый, не свежий. У меня три оленины, чувак. Так что я могу поделиться с тобой. Я сделал камуфляжную броню из листьев и шкур.
прикольно. А, ну да, видно. О, я насытился. Нормально. Он насытил. Оленина зашла вообще. Надо еще одну оленину. Идем. А у меня есть. А, шкуру? Сюда. Это надо найти его. Так, ну что, еще деревья рубим. Давай, руби какой-нибудь. Выбирай. Ой, у меня выносливость кончилась. И у меня тоже посидеть надо. Давай, давай. Сзади бегут. Где? Бежали уже. Бля, дождет. Давай, цепляй. Будет у нас мелкие базы. Мне не хватит. Да еще две. Еще две. Смотри, как надо, чувак. Паркур. Аааа! Нет, не получилось. Опа! Прыгай туда. Да. Опа, вот так, смотри. А потом вот так, смотри. Опа! Опа! Дал? Я рожден летать, короче. Толкаю бревно к берегу. Я рублю. Давай. Помогай, мне мало. Сейчас бегу. Я кончил. Ты уже кончил? Ну, бывает, бывает. Скорострел, значит, у нас. А вот пришел папка, смотри, сейчас раз и все, идея упадает. Ну ладно. Блять, косой. Ой, блять. Ты мне поджаришь мясо? Да, да, давай, у меня там их дохуя. Тебя варанина или этого? Варанину, конечно. Или тебе оленину? Пизду оленину, варанину. Ларис Ивановна. Сурай он. Ну и что, тебе нормально можно выйти, дай проверю. Ну да, есть такое. Хранить. Да, где она? Да, да, давай, ставь котелок, я закину. Котелок? Ну давай, ладно. Я сварить. Поставил? Я поставил. Поставил? Так, точно, давай. А да. Он у тебя с водой? Все, варанина готовится. На тебе еще цветочков. Я тоже кинул. Так, я пока сохранюсь. А ты хочешь, нет? Не, у меня норм. Я ж это сажал оленинки. Бля, начинается. О, уже темнеет, что ли? Заебись. Блин. Быстро так день проходит. Не говори. Варанина похожа на крысу. Не говори. Да-да-да. Кстати, а мне нужно в котелок, наверное, водички набрать. Я думаю. Ну я готов, в принципе, идти, или мы не идем уже? Ну не знаю. Мы можем сходить. В принципе. Где водички-то набрали, господи. А, не, пока еще светло. Пойдем. А че я не могу воды набрать? Не знаю. Ты ближе к берегу подойди. Все. Так, а где же это была хуйня? Где-то ближе к нашему дому. Можно набирать там. Грязная. Грязная вода. Жара июль. Пойдем где-то. Я над тобой. Над нашей халабудой. Пойдем где-то. Ну вот он я. Стою. Там, да? Стали тотем с тряпочками.
Ну это хорошее дело тут тем степочками. Палочка. Закат уже, короче. Да. Чё, блядь, жёстко. Я можно и ночью поураганить всё. У меня две клеточки. Так, где-то оно тут было. Если не изменяет память. Он бегает какой-то хуй слева. Вот за этим холмом должна быть. Да-да-да, он там я оленя убивал, а вот тут, значит, эта хуйня должна быть. О, варан, 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 варан. Где он? Охота на варана. Копьями. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он бегает. Кругами, кругами бегает. Не будь он реально кругами бегает. Блин. Сука, вот с ним попасть. Пизда, я его усыпил. А-а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 
вон не контейнеры, чувак, смотри. Ой, я с корабля. Да, я же говорю. А вот этот видел я. Контейнер. И чё тут? О, нихуя себе, чуть-чуть. Чё за карабоксы? Вот, вот эти микросхемы. А, отлично, забираем. А все, у меня максимум. Да? 5 штук. Да, мне тоже. 5 штук. Интересно, интересно. Ну, короче, как микросхема, мне кажется. Ну-ка, там... А он там интересно. Что... Соборо Технологи. Да, еще микросхемы. О, тут фотка, чувак, какая-то. Или что это тут? Какая-то инструкция. Картина? Какой-то странный список, короче, непонятно. Да, да, да. Бля, а тут есть стекло какое-то. Я бы забрал. Я ломал стекло. В этом нихуя нету. Да, здесь. Чисто, блядь. Эти. А вон там на острове ничего нет. Камушки, где? На острове, да хуй знает. Так, ну все. А там тоже ничего, да? Никакая схема. О, тут это, таблетки, чувак, лежат. Цени, вот где я лазю. Ящики с таблетосами. Ой, я мерзну. Пиздец. Бежать. Не успеем, наверное. Нужно костер разводить. Да мы сразу сдохнем. Тут, может, не можем. Бля, я все-таки разведу, наверное, в этом в бункере ебаном. У меня вариантов нету. Маленький. Бежал. Я где мы микросхемы взяли, там сижу греюсь. Чего делаешь? Греюсь. Микросхемы жжешь, что ли? Не, просто сам. Костер развел. Кстати, у меня есть жрачка. Я могу еще и приготовить. Нормально, все. Отогрелся. Сейчас еще пожру. Живем. А я добежал. Да. Я не такой рисковый. На что ты там застрял? Сейчас тебя убьют. Да понятно. Сейчас я пожру. Че, будем загружаться сейчас? Странненько. Что надо? И жрать не хочу. Ну, блин, алкоголик найти. Взрывчатку сделать. Ну, конечно, что баночку лекарства нашли. Да, тут по улице особо не походишь. Холодно. И голодно.
5 костей нужно. 6. Здесь они крутые, блин. Так, а как тут самый поясники шалашик сделать? 14 веток, бля, у меня 14 веток не будет. Ну, 26 листьев есть. Я кстати, чуть не сгорел было сейчас. Да? Да. Хорошо, ХП было дохуя. Бежишь ко мне? Не. А, холодно, я не смогу добежать. Я же смог добежать. Я сразу замерзший был, я бежал. Да. А у тебя сколько? У меня ХП там мало. Я добежал. А в принципе уже не холодно. Дождь кончился то. Ладно, пытаюсь до тебя добежать, чувак. Если для чего нужен скотч, это рогатка, перчатка и приделывать по всему фонарик. Все, походу я отбегался. Аборигены ебаные. Сейчас попробую обойти их. Сейчас уже спали, блядь, чего. Так, и где он ходит, сучёныш этот? Вон, отлично. Абориген обошел. Бегу к тебе, не знаю, через ночь. Большой шкафчик. Бля. Еще один прям впереди риснулся, сука. Ты ублюдок. Шурика не взять. Блять, в темноте не видно нихуя. Ощутили. Ты кто-то за мной сзади абориген бежит. Я его не вижу. О, вроде убежал, слушать него. Бля, по темному лесу ходить, тут такой себе экстрим. Это сказка. Так, я над тобой. А вот и я. Не ждали? Батя. Спустился с гор. Ждали. Кушать хотите? Фу, бля, ебаный абориген. У меня есть ящерица. А у меня есть, по-моему, пожрать. Ну-ка. Че у меня? У меня еще мясо есть, кусок. Два. Так, что, сохраниться и поспать? Может, ты... Да, ну ночью, кстати, экстремально. Че, полезем в этот, в пещеру? И все на сегодня. Давай. Давай, не ссы. Давай еще сохранюсь перед поползновениями. Покушать. Да ладно, забей, все равно сейчас сдохнет. Давай это покушаем, сохранимся. Давай. Бля, я воды хуёвой выпил. Свою поставил? Нет, ты свою поставил. Она пустая была. Но я забрать не могу, кстати. Теперь тоже все. Да. Мне кажется, она пожарится. Так, водички зачерпнул. Готов ставить. Выбирайте свою хуйню, уважаемый. Я бы убрал, тут что-то нихуя толк. Да. Ой, ебать, ты закинул туда эту крысу. Крысбурге. Я не закидывал ничего. Да? Ну тут вот там варанчик жарится. Что-то никак не жарится. О, я могу рядом поставить. О, блять, я ее поставил.
Сейчас какой-то вообще глюк будет, походу. У меня, кстати, исчезла каска. Ну, у меня тоже. Сейчас она попроебется. О, какая-то хуйня сготовилась, твоя, наверное, чувак. Так, а вот моя готовится. Давай цветочку сюда накидаем. Сейчас сохранимся. Тут и... набрал? Да. Ты быстро не ходи-то так. Что-то она не очень-то это. Чего, не набирается? Забирай, блядь, заебал. Почему она как-то странно? О, хорош. О, вот, смотри. Блядь. Смотри. Я же прям тут набирал ее. Ебать, ветер был. Ну чё, давай сохранимся. А, во. Набрал. Где? Вот я стою. Да, есть. Так, все, я сохраняюсь. И идем ебашить чертей. Пошли. Это сейчас будет экстрим. Пойдем. Надо сразу намотать на, короче, на оружие. Да. Сейчас будем ссаться кипятком, блять. Кипятком фисси. Так, я возле пещеры. Так, давайте пока. Намотай на все свои. Бля, у меня палок нету, слушай. Сейчас надо палочек нарубить. Да, на оружие намотай и на... Копье, кстати. На топор. Сейчас я на топор намотаю. Готов. Так. Блин, палочку. Готово. Так. Копье. А копье еще тут что надо? Кости. Костяное копье сделал. Ха! Ебать, ты еще и на чейп намотал, нихуя себе. Надо. Сейчас, подожди. Горящее оружие. 10 тысяч этих. Секунд. Ну что, пошла. Пошли. Давай, я за тобой, а ты обрежу. Так, сейчас, подожди. Блин, ну ладно, давай спускайся. Прощай, друг. Вай. Ой, у меня подвисло. О, все нормально. Я тебе говорю. Слушай, я тебя не вижу, где ты. Ну, темнота какая-то. Я тебе говорю, этот пиздец, еще вниз лезешь какой-то вообще в жопу. Нихуя не видно. И он, кстати, запыхался, покинь лезть. Ну да. Я вижу. Да через шип можешь быстро. А, блять. Вот, смотри, а там внизу что-то светится еще, и там какая-то хуйня. Вообще ни разу непонятная. Давай, вперед. Ты нас татар, блядь. Погнали. Этот белый текст. Ебать, какой-то свет. Откуда свет вообще? На рассулиц. Дырки. Ебать, сколько тут ехать нахуй. КЗ. И чё тут? Еще пайки ниже. По-моему, там вода вообще вода какая-то. Погнали. Нехуй думать. Нахуй, блядь, да? Ты хочешь, чтобы я не спался?
Да-да-да. Ой, я тут бумажку нашел. Ебать, тут валяется всякого хуйни, чувак. Иди сюда. А чё я бумажку взял, а чё мне с ней делать? Нихуя не делать. А, мы типа нашли кого-то из этого. Ой, ебать, алкоголя, блядь. Да, слушай, неплохая это самая. О, еще. Нашли какую-то бумажку и... А, чуваку башку снесли, видишь? О, вот. Цени номера какие-то, 90-40. А, это, наверное, от этого. Ну, от этого, знаешь, короче. А, на корабле, который хуйня, кодовый забыл? Да. Возможно. Так, ну я под завязку, кстати, понабрал всего. Сейчас, подожди. О, тут это, шоколадки лежат. Все, у меня под завязочку они. Нужны. Шоколадку можно одну сожрать, кстати. Прикольно. А у них какие-то секретные материалы, видишь, везде бунт. Часть. Какой-то спецагент. Тут эти руки валяются, кстати. Чьи-то. Ноги, ну это эти хуесос. Да, они зря спустились, кстати. Че, дальше пойдем? Сейчас, подожди, я факел достану. Надо главное запомнить, куда вернуть. О, бля, какие-то звуки слышу, чувак. Тут эти миноги обитают, я знаю. Поэтому, блядь, стрёмно, что пиздец просто. Ты дальше. Слышишь звуки? Да. Дальше, наверное, о, кассета! Я, блядь, да, слышу. Весы какие-то, бошки. Типа весы красные, две башки, телефон. Сука, стрёмно. Где? Походу он за той дверью лазит. Пойди открой, чувак. Да ну нахуй! Сейчас подожди, я топор возьму. Давай. Вообще, конечно, мы хорошо прибрахли. Но я там точно. Да по-любому он-то там слышно. Бля, они наверное попрут, и мы можем на костре. Может, ну нахуй. А тут два варианта. Тут, короче, или ты сюда идешь, или ты ныряешь, короче, и вон туда подплываешь, там дырка. Или нет? Тут вообще некуда. Нам назад. Ну давай попробуем, блядь. Ты че, бежим? Фу, ну давай, ладно. Блин, у меня сгорело, короче, подожди. Давай, блядь, открывай, только смотри на костер не. Че там, дверь или че? Нет. Вон, влетел, да, влетел. Да, там мелкая поебенница, ебать она, блядь. Типа младенец, блядь. И там еще лазил, вон он этот самый, абориген. Так, чувак, да я намотаю, подожди на это. Ну она прям выпрыгнула. Ебашь ее, нахуй. Я пока тут наматываю. Я ее убил, кажись, еще. Так, там абориген еще стоял. А, там эти, блядь, шальные какие-то. Уебки. Не, ну слушай, они не такие уж это, и страшные. Ты, может, постреляешь в них или я прикрою тебя. Давай, попробуй. Можешь попробовать огненный? О-о-о! Выпрыгнул. Смотри, ай, они прыгают, типа. Ебать! Ебать, он визжит. Тебе понятно, почему тут костер стоит этот самый. Все, по-моему, пизда, он дрещевый куча. Бля, быстро сгорает, конечно. Так, а ты можешь огненные сделать или коктейль молотого кинуть? Не знаю. Попробуй огненные стрелы или как. Блять, еще мелкая хуйта. Ты ее убил, кажется. Фу, блять, сука, пугает. Сейчас как коктейль молотого нахуй туда зашвырну. И что там еще надо? Ну поджигайся, блять. Че не горит? Идите сюда, ублюдки.
Ну и чё, блядь? Так, прикрывай меня. Так, чувак, я ухожу, ухожу, ухожу. Блядь, в огонь попал. Воду, воду прыгай. Все, потух. Ебать, он выжил, прикинь. Так, бля. Сейчас, блядь. Ебашу, блядь. Давай, я тебе открою, что сзади со стрелой. Я поджег какого-то хуйсоса. Где вы, ублюдки? Дай пройду. Подожди. Прикрой меня, милишник. Давай. Там у меня топор. Нормально, ты его засандалил. Ебать, не горят. Гори, ублюдок, гори. Так, их там двое. Аккуратней, аккуратней. Тихо, тихо, тихо. Блядь, заебали они жить, нас здесь. Тебе надо. Во-во-во, он почти. Не-не-не-не. Сука. У меня кончились огненные, блядь. А как ты их сделал? Тряпка, бутылка, стрела обычная. О, блядь, они пошли в ближний бой, чувак. Бля-бля-бля-бля. Замес начинай. А, блядь. Отходи, 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 загорись. Блядь, что ты заебал, нахуй, блядь. Давай, блядь. Готов, готов. Так, там второй еще. Давай, траву крой, я этого обрабатываю. Давай. Все, вроде я с ним все плохо. Че, пойдем, погнали? Погнали, блядь. Давай, давай, чувак, нападай, нападай! Все, пиздаем. Так, аккуратней. Тут еще, блядь, не все. Ебать тут пещеры, блядь. О, у меня тряпка кончается, кстати. Я факел сделаю. Подожди. Мне кажется, будет дольше гореть, чем птить лучше. Так, и че тут, блядь? Если что, сюда отступаем, понял? Да там еще дверь нашел, чувак. Ебать там, короче, туда можно пойти, сюда. Цени, еще дверь какая-то. О, тут веревки, чемодан, таблетки. Нас не лезут таблетки уже. Достань. О, кстати, я могу таблеточку одну сожрать. Мне все равно пригодится. У меня почти пол. Нам надо, кстати, на главную базу уже бежать. Пойдем отсюда, чувак, мы налутали пол. А то, тут все уже походу, тут вот вниз какой-то еще проход. О, тут книжка, чувак. Иди сюда, книжку возьми. The Dark Hired Man. Тут вот еще вниз потом спускаться, я не знаю, нахуя. Че ну тут? Там еще будут. Пока. Где мой факел? Да я факел тоже достану. И туда дальше потом еще идти. А тут давай чекнем, что тут. Сожрали кого. Тут, бля, все во внутренностях, чувак. В конце что-то светит. Я не хочу туда идти, чувак. Бля. Да пошли, ну нахуй, возвращаемся. Мы неплохо зашли, кстати. Нам бы то, что у нас есть, просто. Короче, в этой малой базе. Да, ну нужно сохраниться. Так, сейчас мы должны вылезти, короче, и да, вот бежать, да. Далеко. Просто мы хорошо полутались. Ху, бля, ну стрёмно, стрёмно, вообще пиздец. Я тебе скажу. Смотри, у тебя может это выносливость кончится. Да-да-да, надо чё повисеть. Пойдешь ещё. Так, все, погнал. Опа. Бля, темно, пиздец. В жопе у негра и то светлее. Бесишь, надо каждый раз зажигать. Сейчас подожди, аккуратно там это, обрыв. А, не, есть нормально. Есть какой-нибудь энергетик, что-то. А, давай я шоколадку съем. Даже две съем. А что, она пополнит? Ну да, кстати, да, пополняет. Погнал.
Надо будет это построить, короче, знаешь, что, эти ПШ-ков. Да. Туда все скидывать. Да, да, да. Сюда можно еще разок пойти, тупо залутаться и опять свалить. Я в твою жопу пролез. Потому что вот эти таблетки как раз нам пойдут вообще. Да, место такое. Да, место вообще. Заодно сходим на яхту. Можно ползти? Сорвется? Да я не знаю тоже. Сорвется, убьешься, к хуям. Ну, он вроде ползет еще. Не влияет, походу, ни на что. Ночь, как я про. Так, лезу. Быстро тряпки сгорают, конечно, на этих ног. Угу. Ну я тебе скажу, живучий он пиздец, ебать у него стрел. 3 огненные выстрелы. Да, да, и он еще горел, ему вообще похуй. Да, а сколько надо тогда боссу, я вообще боюсь. Не говори. Ну, надо там 5 бомб кинуть. Да, и этих пауканов хуй, наверное, убьешь вообще. Ну, в пещерку слазить это норм. О, день, нормально. Фу, так, надо сохраниться, чувак, тут прям тут. Сначала сейф, потом идти уже в этот, на базу. Пока день надо. Ну да. Я сохранюсь сначала первым делом. Ту мало ли. Надо будет корабль построить. Тоже здесь. Чтобы плавать вокруг острова. Так, все, я сохранился. Побежали, пока светло. Кушать нам не надо? Нет. Бежим. Сейчас здесь темнеет. Не дойдем нихуя. Только фонарик не нашли. Ну так-то выгодно. Да, зашли неплохо. Где наша хата? Нашли. Вон там. Нашли. О, тут эти ягодки. О, кстати, да. Нет, не пей. Пей, блядь. О, захавал 2 ягодки, нормально. И одновременно этот рот показывает, ты же делаешь. Да-да-да. Так, ну чё, я бегу до базы. На всех парах. Прикольно, у нас будка. Пускай. Пригодится. О, вот они, те самые голубые ягодки. Все нормально. На землю смотрите. Хилку. Напрямик бежим. Я, кстати, видеокассетку нашел. Я тоже. Так, вот они, грибы. И что, их порубить? Или это съедобные грибы, интересно. Пленка с надписью «Обед Меган». Сейчас послушаем, пойдем на базу. Фу, да. Душная такая пещерка. Обосраться и не встать. Здесь вот только пещерка. Так, у нас его кончилось. Все, игра на этой. О, нормально, мы на месте. Родные пенаты. Темнее. Угу. Родная цитадель. Вот столько крови просто. Держать этот стучок. Отдышаться. Все, побежал. Чё, зажигаю костер. Чё бы нет. Основной.
Чё, не побегали сюда никто? Не поломали нам нихуя. Поджигай. Мощно, конечно. Аккуратно. Всё, гори, гори, ясно, чтобы не погасло. А чтобы не погасло. Вроде все ловушки. Но если, наверное, монстры придут, все равно бегать. Ну да, по-любому. А то они все сломают, понимаете. Так, говорится, нужно построить еще. Надо сюда сложить. Таблетосы. Че еще можешь сложить? Шоколадок, 14 шоколадок, чувак. Да еще одну. Алкоголь. Сложил. Зажигай огоньки. Так, а что за кассета? Давайте чекнем. А где кассеты лежат? А, вот она. Бля, а как из радиокассету вытащить? Давай построим, я построил еще. Так, это видео кассетка. А. Так, все, кассетка. Можно посмотреть на камере, прикинь. А-а-а. Типа, если будет видеокамера. Если надо видеокамеру еще найти, значит. Окей. Да, я не думал, что игра, кстати, такая страшная. А, вот так вот, чувак. Довольно такая хор. Не, ну реально, сложность придает ей. Еще эпичности. Конечно, если бы они ничего себе не представляли, то... О, холод, чувак, запилился. Бля, надо успеть. Замерзнешь. Петра побежать. Тут костер есть. Большой. Все. О, все. Греемся. Отогреваемся. Не поставил, короче, поставляю тут тоже эти баночки чисто. Давай сортировать. Так, ну он умеет только это. А я не могу сюда выставить, ничего нет. Почему? Пятый. Ну я все свои баночки. Да, кстати. Получается, это только таблетки, что ли? Не, я имею в виду, что нельзя десятую. Старый, что хочешь, ставишь? А, нет, да, действительно. А, нет, наер переключаешь просто. А, о. Это бы просто не было. Я хочу, чтобы... Да, то тут нельзя, вот они так стоят. Ну, я уже падать начинает. А тут давай что-нибудь еще поставь. О, блядь. Чувак. Иди там, разберись, что хотят. Пацан... Ну давайте, подходите. Сейчас я только отогреюсь. Чувак в шею словил. Хорош дом ломать. Сука, ломает стену, одну сломал. Ублюдок, чувак. Нужна твоя помощь.
Ебать их ты, чувак. Я пытаюсь стену удержать. Бля, как бы не замерзнуть. Блять, я свалился. Чини, чини, чувак. Давай, давай. А это, походу, разломали всю будку нашу. Ой, блять, влетел, сука, мне на пизды дал. Я убил. Бля, что ты будка, надо что-то делать, заебало. Строю заново, чувак. Пока альтернативы нету. Что там, бревны? Погрейся у большого костра. Фу, бля. Да ты заебал. Чё ты крякаешь, пидорас, бля? Кто хочет проблем, сразу говорить. Где это ублюдок? Кряк. Так, пойду к костру, замерзаю. Блять, сгорел, ебаный стыд. Близко подошел. Молодец. Восстановите меня, плиз. Поставьте меня на ноги. Бля. Чувак, это не помогло. Ай, только, блядь, заходишь ты. Это бутылёк, чувак. Ой, я отбежал. Нормально, давай, чувак, еще раз. О, тебе нормально. Согрелся, мать вашу. Что делать? Бракобан, он, конечно, спасает. Бля. А чё я умер? Слушай, я умер чё-то. От холода, что ли? Ресни меня. Я, походу, от холода сдох. Они где-то снизу крякают. Вон не, они бегают там, чувак. Они бегают, уходим. Они пошли оббегать. Возле ловушек тусуются, падлы. Вон не, они, я вижу. ПМ за ловушками, за носами стоят. Ты что, не замерзать-то, разжигает. Да, разжигай, пес. Я, кстати, когда стену это самое стоял, ты держал. Стреляй с катапульты, видишь, че. Да, кстати. Бля, это тупо поломали, покинь. Очни. Так, давай катапульту. Бля, а так не видно, сука. Не, так не видно. Бля, я сдох. Покинь от холода. Возле катапульты. Катапульту нахуй. Сука, что это холод уже бесит. Пойду к костру. Пойду пожарю мясца. Ты выпей таблетку, ты все, что ты не ваншотнешь. Таблетку выпей, она тебя заставит отрегенит постепенно. Да. Сейчас я. Так. Или обделать ее каменный. На каменный. Грязная вода. Да, они опять пришли, чувак. Бля. Иду. Стену не ломают пока? Не, пока не спокойно. А, они попались. Пушку. А, убежали.
Я наделаю коктейли на все. Делай на все коктейли вообще, на все бутылки. Не, оставь там штуки три. Так у меня всего одна. Остальные поставил. Ну что, пацаны? Как мы будем решать наши проблемы? По-братски. О, надо захавать. Вяленой ножки. Попаду в халабуду. Минус есть один. Блять, чё ж ты? Бля, когда дождь кончится, ебаный? Уже запарил. Я тоже замерзаю и, блять, банит. Вообще не вариант выходить. Не говори. Вот 4 бутылки, давай возьми. Сделаю коктейльчиков, буду поджигать ублюдков. Так, ну у меня еще есть. Отлично. Запасся. Часы еще нужны на взрывчатку. Часов. А так все есть. Бля, а где же нам часов-то набраться? Мне опять коктейли, кстати. Я полностью отогрелся. Ну, луна уже садится. Пизда птица. Речонок. Кстати, ты перья забирал? Не. Ой, я забрал. 10 перьев. Кстати, тут надо это самое достроить. Но нужно одно бревно. А то там, кстати, валялось. О, сейчас еще одно сделаю. Все. Тебе сразу перьев будет. Мои стрелы. Чем с мясом? Чем? Да, засоленные ножки бушат. Стрел еще. Сколько у меня? 5 перьев не хватит. Вот ублюдки эти стены наши ломают. Так, надо ловушки перезарядить. Да. Надо стрел наделать, но стрелы кончатся скоро. Угу. Ну я поставил, еще надо один этот птичник надо поставить, чувак. Да, с другой стороны. Ну ты их строил, построй еще одну. Сейчас. Ну, чтобы прям как это, тихо. Да там с одного по 10 перьев можно взять. О-о-о. Чайка. Ты свой этот, бери магнитофон. А, да, кстати, забыл. Сейчас. Построй пока. Бля, мимо. Что-то им не мешает этот периметр заходить, поедь. Бля, просто... я не могу перепрыгнуть, покинь. А, вот перепрыгнул. Готово. Так, мне нужно одно бревно. Для птичника этого. Иди отсюда. Кто хочет есть, иди сюда. Смотри, хуй перепрыгнешь, блядь, что-то. Да я тебе говорю. Я тут сейчас пытался, еле перепрыгнул. Хорошо. Ну скажи. Где этот птичник-то был? А, о, назад. Вот он. Птичник. Так что ничего не делал. Бревна кончились, а еще. О! Еще один чувак, 3 штуки. Так, где мой магнитофон? Все нормально.
Бля, а мы тут пройдем, как-то оно стоит теперь. Типа мы, кажется, вообще ни с какой стороны не зайдем сюда. О, внизу босс ходит, чувак. Где? И он сюда побежал, короче. О, вон он. Бежал. О, это бабок бежит. Уходим, 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 чувак. А че, о чем будет? Биться с ним? Давай сохранимся сейчас по-быстрому. Ебать, там и толпа. Бля, не войти. Я зашел. Блять. Иду сохраняться, чувак. На отдельный сейчас сохранюсь. Так, день 20, вот этот.